Сегодняшнее утро «Соколы СГАУ» начали с подготовки к проведению вахты памяти. Так называется студенческий военно-патриотический клуб при учебном военном центре Самарского университета. Он носит имя героя Советского Союза Георгия Губанова. Его имя чтят многие поколения студентов. Даниил Искворин в этом году впервые участвовал в параде памяти. Жаль только, что пройти в масштабном шествии по площади Куйбышева ему удастся только на следующий год. Я участвовал в параде памяти в этом году как ассистент знаменосца. И в том году мне удостоилась честь быть линейным на параде юнармейцев. Сегодня в День Героев Отечества не только студенты приняли участие в перекличке постов номер один. Почетную вахту в памятный день несли часовые, воспитанники ВПК и юнармейцы из разных районов Самарской области. Традиционно центральной площадкой стал вечный огонь у горельефа, скорбящей родине матери на площади Славы. Стратегия лидерства Самарской области состоит в том числе и в сохранении исторической памяти и уважении к подвигам, ведь только опираясь на героическое прошлое, можно уверенно двигаться в будущее. Военно-патриотическое воспитание – это очень важная часть современного мира. Как раз-таки мы этим и занимаемся. Я знаю, что во всех клубах им занимаются. Потому что важно помнить о подвигах героев. Важно их чтить, их память. Вахта памяти в День Героев Отечества объединила в Самаре памятники и места воинских захоронений. Несмотря на утренний мороз, участие приняли десятки воспитанников. Олег Зверев, Григорий Плешаков. События.